первых числах октября стартует третий сезон Национальной студенческой футбольной лиги. В этом году он будет разделен на два дивизиона. В премьер-группу попала команда «Орел ГУ». Стартовые игры орловчане проведут в родных стенах. Кубанский госуниверситет, который является чемпионами уже два года подряд нашей студенческой лиги. Потом «Рео Москва», середнячок нашей студенческой лиги. Санкт-Петербургский госуниверситет, тоже самое, середнячок. То есть команды сюда приезжают к нам хорошие, достаточно хорошего уровня. В этом сезоне в Орловскую студкоманду пришли новички-первокурсники. В «Орел ГУ» они уже провели несколько матчей. Пришли полузащитники, это Никишин, Кондрашов, то эти люди, которые один был в Щебекинском интернате Белгородской области, другой был в Ростове. То есть то же самое, ребята молодые, они сейчас отходят от детского футбола, где там дают по несколько касаний делать. Здесь прививаем им быстрый футбол играть, чтобы они быстро играли. Приняли меня радостно, конечно, всех я уже знал до этого, пацаны тоже меня знали все. И как бы общение у нас нормализовалось, все друг друга вспомнили. То есть и вот уже находим свой общий язык в футболе и в бытовых вещах.